Всем привет! Вот и закончилось наше путешествие к ветеринару. Фокси получила свой ветеринарный паспорт. Мы обязательно похвалимся нашими документами. Хотя какие документы у лисы? Фокс, скажи, усы, уши, да хвост. Хвост покажем наш? Хвост. Вот наши документы. Всем привет, это Фокси. Что делает Фокси? Фокси балдеет. Я обещала вам показать ее документы, пока она тут играет. Сейчас как раз мы это сделаем. Малыша. Играет часами. Ну, вот, собственно, ее паспорт, ветеринарный паспорт, там ничего интересного нету. Вот стоит прививка. Мартышка. Прививку лисятам делают 56 дней. За 10 дней до этого обязательно надо лисенка проглистовать. Мы немножко затянули с прививкой, потому что после препарата от глистов у Фокси испортилось пищеварение. Остановись на минутку. Постой с нами. Постой. Вот ее документы. Вот ее хвост. Вот ее лапы. Вот такая она лиса. Ну и вот, соответственно, паспорт. Фокстин. Василисы. Альфа. Все в одном месте. Вообще, это карточка Альфа. Вот в эту клинику. По этому адресу никогда не обращайтесь. Еще мне... А, да. Иногда говорят, что мы зарабатываем на лисах. Вот, смотрите. Мне сказали, собирайте чеки. Вам это пригодится. Средний чек у нас где-то 1000 рублей. Но есть, конечно, разные покупки. А это стопка чеков. Вот. Сейчас, минутку. На лечение Альфа, которая ушла. Ну, тут тоже разное. Это вот за 4 месяца. Тут по 20 тысяч есть разные ценники. Что еще могу показать интересного в этой папке? Здесь должны быть документы на покупку лисиц. Это у нас Василиса, Московская область, Пушкинский район, поселок Зверосовхоз. Это русский соболь, звероферма. Вот. В 2014 году лисенок стоил 9000 рублей. Ну, тут много всяких документов, ветсвидетельства. Что у нас есть? Теперь еще немного Фокси. Ты чем занимаешься? Что еще по прививкам? Лисенок до первой прививки должен находиться дома. И 2 недели после прививки тоже. Можно гулять на участке, если там не ходят бездомные собаки и дикие животные. Например, ежики. У нас такая площадка есть, поэтому с Фокси мы выходим, но ненадолго. Вот она какого-то дракона решила уничтожить. А на кого больше всего похожа Фокси? Пожалуй, это Альф в кубе. На своих видео он также мелькает там в кадре. Уложить его было невозможно, но вот сейчас Фокси достаточно спокойная девчонка. Еще вы в этом видео увидите путешествие Фокси в машине. Там не очень удачное видео, я, возможно, наложу музыку, но я хочу, чтобы вы посмотрели этот взгляд, эти глаза, эта улыбка ребенка, который открывает мир. У нее от эмоций, от впечатлений трясется нижняя челюсть. Это очень забавно. Вот, в клинике мы не снимали Фокси, потому что там была большая очередь. Мы долго ждали врача, и как-то все
было скомкано в этот день. Но я надеюсь, все равно вам будет интересно это видео. Фоксюля, передай приветы. Ах ты, лисичка. Вот ее зубы, вот ее глаза. Такая она вся еще. Ребенок, ребенок, ребенок самый настоящий. Да, мышей у нее тут куча разных. Какие-то звуки услышала на улице. На, держи мышь свою. Новости про Альфика будут в понедельник. Завтра у нас консультация у врача, который спасал нам лапку. Лапу надо фиксировать. А как получше это сделать, пока доктора не определились. Так что я лучше вам все расскажу чуть позже. Фокси. Ну, посмотри на меня. Посмотри. Глаза у нее меняются. Скоро будут уже какого-то янтарного цвета. Но оттенка коричневого точно. Так, это что у нас такое? Непослушный ты ребенок. Да непослушный, да. Да, лапы, лапки. Мягкие лапки. Все, будем прощаться. Все, я вам рассказала.